Фотографии с одной из самых известных в нашем регионе авиационных катастроф. Это катастрофа самолета Airbus A310, которая произошла в июле 2006 года. И здесь же у нас есть деталь. Это один из элементов механической системы двигателя, исследование и изучение которого помогло установить причины этой ужасной трагедии. Подобных происшествий, к сожалению, множество. Нелегкая работа следователей-криминалистов позволяет установить все детали трагедии. Иногда эти люди способны совершать настоящие чудеса, и даже время не помеха справедливости. Если предположить, что 20 лет назад с помощью этого пистолета было совершено преступление, то на сегодняшний день выявить на нем отпечатки пальцев будет практически невозможно. Однако, если поместить данное орудие преступления вот в эту циано-крылатную камеру, то уже через некоторое время мы с вами сможем обнаружить отпечатки пальцев, которые были оставлены вот на этом пистолете так много лет назад. Служба криминалистики была основана в Советском Союзе 19 октября 1954 года. С этого же времени активно работает Иркутское отделение. Ведь на территории Приангарья, к сожалению, с регулярной периодичностью происходят транспортные трагедии. Фактически каждая катастрофа, события очень масштабные. И там не справится одному следователю-криминалисту. И потому на происшествия выезжают большие следственные группы. Причем этим людям недостаточно просто знать уголовное право. Сложностью и спецификой работы следователей-криминалистов на транспорте является как раз то, что помимо знаний в уголовном процессе, в уголовном праве, они обязаны разбираться в авиации, в объектах железнодорожного транспорта и водного транспорта. Как говорится, наша служба и опасна, и трудна, а тут еще и широка. В юрисдикции Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте находится 5 субъектов Российской Федерации. Иркутская и Амурская области, Республики Бурятия и Саха-Якутия, а также Забайкальский край. И потому каждый криминалист готов в любое время суток к дальнему путешествию. Екатерина Нерушкина, Сергей Полянский. Новости сейчас.